Всем привет! Кражусь я мало, редко, но периодически кисточки свои я мою. Я не знаю, как промываете вы, но я хотела бы вам показать, как делаю это я. Может быть, вы мне подскажете какой-то свой совет, буду очень рада. Ну, пока я вот мою кисти именно вот так. Спонжик, как обычную губочку, просто намыливаю. Кто каким мылом, я вообще обычным хозяйственным. Кто-то детским шампунем, детским мылом моет. Ну, мне нравится, как справляется с этим всем хозяйственное мыло. Видим, что тонального крема ничего не осталось. Все хорошо отмылось. Теперь я беру ковшик, набираю в него воды тепленькой. Беру кисточку и смачиваю ее, но не полностью, чтобы вот сюда водичка не попадала, потому что срок годности кисти тогда уменьшится. А буквально на треть так смочила и хозяйственное мыло вот так вот нанесла. Смою еще раз. Смоем. Потом в чистенькой водичке мы это все дело домоем. Итак, обрабатываю все кисти. Водичка туда вот у нас не попадает. Под проточной водой кисти промываем, не допуская попадания воды вот сверху. Кисти можно вот так немножко отжать, а потом вот так вот кладу. Если данное видео вам показалось полезным, делитесь, пожалуйста, с друзьями этим видео, ставьте лайки, комментируйте и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго, пока-пока!